Есть три способа участия во всероссийской переписи населения. Каждый гражданин может выбрать для себя наиболее удобный. Перепись можно пройти тремя способами, об этом уже все говорили. То есть можно дождаться переписчика дома, можно переписаться на госуслугах, а можно прийти на стационарный участок. В связи с тяжелой обстановкой по ковиду, конечно, желательно пройти перепись на госуслугах. Сбором информации о жителях региона занимаются около 450 сотрудников. Им предстоит обойти свыше 500 человек. Заметить переписчика несложно. Специалист, который будет заниматься обходом квартир и домовладений, будет отличаться фирменной экипировкой. У всех есть специальные удостоверения. Никаких документов предъявлять не нужно. Все данные заполняются только со слов опрашиваемого. У нас вот есть специальные бейджики, которые нас отличают. Есть вот такие специальные жилеты, есть сумка, так что нас не перепутать, нас можно не бояться. Самое главное, что нужно делать, ни в коем случае не агрессировать, потому что мы люди тоже добровольцы, мы на вас агрессию не проявляем, вы тоже к нам не проявляете. Пройти перепись в цифровом формате – самый безопасный вариант при неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Нужен только доступ к порталу госуслуг и несколько свободных минут. Сделать это можно до 8 ноября. Все очень просто. Нужно открыть сайт, на главной странице нажать на баннер «Перепись 2021» и приступить к опросу. Бесконтактный формат поможет сократить риски заражения COVID-19. Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин. Местное время.